Всем привет, друзья! Я Нептун, и мы продолжаем проходить Silent Hill 4. Значит, по прошлой серии мы помним, что, к сожалению, мы не смогли спасти Синтию, она погибла в том метро. Причем я даже не знаю, кто это сделал. Я всего лишь ненадолго отлучился, вернулся в свою квартиру, а по возвращению нашел ее в луже крови. Там явно была бойня. Бедная Синтия. Кстати, смотрите, вот здесь под дверью мне кто-то подсовывает записки. Какой-то человек, который ведет какое-то расследование. Судя по тексту в них, в первой записке я нашел, там говорилось что-то про культ. Значит, культ Silent Hill добрался и сюда, в Эшфилд. Да, вот смотрите, скорая помощь и полиция до сих пор стоят у входа в метро. Эй, ребята, твою мать, я здесь! Хорошо. Так, что там новенького у Эйлин? Эйлин? Ты меня слышишь, Эйлин? Опа, она что-то увидела. А, кстати, смотрите, кролик Робби из третьей части. Он здесь. Милая отсылка к третьей части игры, кстати. Ладненько. Вроде бы пока все спокойно, да? Радио мы вроде бы слушали. Ну, даже не знаю. Давайте попробуем вернуться. Так. Дыра увеличивается, кстати, да. Ну давайте. Опа, появились какие-то извилистые проходы. Раньше он был прямой. Вот это да. Я что, в лесу, что ли? Охренеть. Как через дырку я мог попасть в лес? Ладненько. Ух, какая же мрачная картина, а? Но у меня хотя бы есть пистолет. Так, выход заблокирован. Понятненько. Так, что это? Слишком темно. Ну это колодец, да? Так, я не могу прочитать эту надпись. Ладно. А, вот еще. Ага. Я тоже не могу прочитать. Возможно... Да, смотрите, это какие-то символы. Это даже не текст. Что? Волки? Надеюсь, я их здесь не встречу. Мне и собак хватает. Кстати, есть дырка. Можно заползти и сохраниться. Но мы это делали только что, поэтому давайте. Не входить, кстати, табличка. Но мы ведь любим нарушать законы, да? Так, это мы где? Какой-то склад, что ли? Бочки? Вау! Патроны! Твою мать, какие-то еще и мотыльки! Ай, мотыльки, уйдите нахрен! Нахрен пошли! Так, отлично. Вот тратить патроны на мотыльки, это, конечно, эпично. Не хочу это делать. Так, а может быть лучше трубой их замочить? Вот. Вот это другое дело.
Ай-яй-яй-яй-яй! Пошли прочь! 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 Ай, больно! Да твою мать! Получай! Ну это, знаете, это даже не мотыльки, а какие-то летучие мыши со смесью насекомых. Какая-то дичь. Как же я их смачно растаптываю ногой. Это круто. Так, здесь прохода нет. Хорошо. Ну, там вроде бы тоже ничего нет, да? Опа. Автомобиль. Кто-то сюда приехал. Двигатель все еще работает, и водительская дверца открыта. Ага. Значит, владелец этого автомобиля где-то здесь. Так, на сиденье полно разных вещей. Среди мусора есть обрывок бумаги, на котором что-то написано. Прошло время с тех пор, как я последний раз приезжал в Silent Hill. Может, я встречу дьявола теперь? Но когда я попадаю в такое место, как Silent Hill, я всегда чувствую себя опустошенным. Джаспер Гейн. Здесь еще записка. Я не уверен, что именно имел в виду тот странный парень, когда он сказал «Его дом – сиротский приют в середине. Озеро на северо-западе, значит, напротив юго-восток». Странный парень сказал еще одну вещь, которую я до сих пор не могу понять. Если ты несешь открытый ключ, то ты не сможешь вернуться назад. Убери его куда-нибудь перед тем, как ты туда вернешься. Какой-то набор просто фраз. Я тоже ничего не понял. Какой-то ключ я несу. При этом я не могу вернуться, да? Его нужно куда-то положить. Хорошо. А кто такой Джаспер Гейн? Опа. Чувак. Это, наверное, хозяин автомобиля, да? Эй, бро, привет. Да нахрен мне не нужен твой камень, чувак. Накихона? Они использовали его в ритуале, да? Для того, чтобы говорить с их мертвыми матерями, да? Материнский камень. Чувак явно немножко не в себе. Заика какой-то. Хорошо. С ним взаимодействовать я не могу, то есть он просто болтает что-то. Так, а это что? Ничего. Да пока не очень страшно. Скорее таинственно. Я не понимаю, как я здесь оказался. И что-то он бормочет про парня, который здесь был до меня. Кто это? Не Джаспер ли Гейн? А кто такой Джаспер Гейн? Опять куча вопросов. Хорошо. Опа. Что это? А, собачки. Хорошо. Мы готовы. К встрече. Ах ты тварь, а?
Да твою мать! 4 патрона сожрал! Этот поганый пес. Так, что мы здесь имеем? Так, это смотрите. Что-то мне это не очень нравится. Там какие-то шипы сверху торчат. Я это заметил еще когда подходил. Так. Вот, смотрите. Наверху шипы. Возможно, это ловушка. Для собак, например. Нет, что-то я не хочу. Не хочу сюда заходить. А, смотрите, сверху вот. Вот здесь. Видите это дерьмо? Ну там, в общем, тело в этой решетке или в чем? То же самое было во второй части. Вот, тоже. Жуть какая. Привет. Падай. Ах ты, хренеть, что ж хитрая жопа. Чё-то вас дохера тут. Что это? Общество поддержки Silent Hill Smile. Дом желаний. Дом желаний? Это и есть тот приют, которым управляют последователи культа. Точно, дом желаний. Помните, об этом говорилось в записке. Еще о доме желаний говорилось в самом начале, когда я читал эту сказку, там, где мальчик был связан с матерью пуповиной, потом пуповину обрезали, мальчик остался один, но он нашел много друзей в доме желаний, да? Угу, значит, в дом желаний забирают сирот. Точно. И, кстати, про дом желаний мы читали в Silent Hill 3. Помните, там было журналистское расследование такое? Я в госпитале читал что-то про дом желаний, про то, что это только с виду дом желаний, на самом деле это обитель, мать вашу, культа. Хорошо. Давайте посмотрим, что же здесь такое. Обычная детская площадка. Вроде бы. А, и дыра есть. И опять эти камни. Прочитать которые я не могу. Игрушки. Так. Ну да. Детская площадка, есть дверь. Можно ли сюда зайти? Да, можно. Так, есть еще проход. И сюда тоже можно зайти. Хорошо. Сейчас мы по-быстренькому изучим местность. Итак, 2 прохода уже есть. А в сам дом можно зайти? Ага, заперто. Так и знал. Общество поддержки, ага. Это и есть приют, с которым владеют члены культа. Да-да-да. Это мы читали. А что здесь? А-а-а, и сюда можно зайти. Хорошо. Давайте перед этим делом быстренько заползем домой, сохранимся и посмотрим, что там новенького. Так, хорошо. Опа, смотрите, комментарии поменялись. Это всего лишь обычное мгновенное фото, но чем дольше я на него смотрю, тем больше чувствую, что меня затягивает внутрь. От этого у меня появляется странное чувство. Ха-ха. Здесь есть вырезки журнальных газет, статей и подобные вещи, но ничего полезного, да? Был прекрасный солнечный день, когда делал этот снимок в центре Silent Hill. Воздух был таким свежим, и я чувствовал себя очень хорошо. Это маяк возле озера в Silent Hill. Там еще есть старый парк развлечений. Очень похоже на маяк, который был в первой части, помните, да? Там тоже был парк рядом. Круто. В
Существует очень много странных историй о Silent Hill, но глядя на этот пейзаж, трудно поверить, что все это правда. Да, пейзаж очень красивый. Это вроде бы озеро Толука. Что? Кто-то звонит в дверь. Эйлин! Эйлин! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Да, да, да! They can't hear me. Правильно, правильно, зовите управляющего. Он откроет дверь, и я наконец-то спасусь, да? По идее. Кстати, это же тот чувак, мы его видели напротив. Он такой был там в галстуке сидел, в синей рубашке. Реально, все жильцы этого дома ходят тут, разговаривают, общаются, смотрят на мою дверь. Они реально живут своей жизнью. Вот что-что, а чувство присутствия в четвертой части реально очень сильное и очень приятное. Но ничего новенького, да? Вот здесь он живет? Твою мать. Когда же я отсюда выберусь? Хорошо, так, ладно, давайте сохранимся тогда уж. Не зря же мы сюда пришли. Так, хорошо, потопали обратно. Но уже радует, что люди начали задавать вопросы. Почему там чувак сидит в комнате и нифига не выходит? Надеюсь, они что-либо предпримут. Мне не хочется оставаться в этой комнате на всю жизнь. Давайте сюда. Так, что здесь? А, проклятые жуки! Вот только не вы. Хорошо. Это какие-то шахты. Что это? И для чего это здесь? А, твою мать! Да. Точное попадание. Да! Мне сегодня везет. Проклятые жуки. Ублюдочные. Что вы можете сделать против клюшки для гольфа? Ой! Пошла прочь! Это что, там ноги торчат? Вот тяна. Что они делали со всем этим? Этот культ замешан в этом? Понятненько, что ничего не понятненько. Так, хорошо. Больше здесь нет ничего, да? Трубы какие-то. Жесть. Это что? Опять ноги торчат из стены? Ух, крепота. Так, что у нас здесь? А, аптечка. Ага, возьмем. Она еще пригодится нам. А, кстати, у меня и табличка есть. Пока не знаю, зачем это все барахло, но, наверное, это стоит скинуть.
куда-нибудь в ящик, потому что жетоны мне уже вряд ли пригодятся. Я же покинул метро. Странная надпись. Кстати, обратите внимание, насколько красивый здесь пейзаж. Это то озеро, то Лука. По-любому. Так, верхняя часть тела отсутствует. Это какая-то богиня или что-то в этом роде. Озеро Толука. Да, я был прав. Оно на самом деле очень большое. Или будет правильнее сказать длинное. Оно огибает весь город Эшфилд. И захватывает немножко Silent Hill. Странная надпись. Да что ж такое, почему я не могу это дело прочитать? Хорошо. Потопали обратно. Здесь больше ничего нет. Так, отстаньте. Не до вас. У нас есть еще как минимум два прохода, где можно что-то посмотреть. Так, и куда? Сюда или сюда? Давайте сюда. Собачки. Ну давайте что ли используем клюшку, попробуем, насколько это мощное оружие. Вау! С одного удара. Круто. Что? Мать вашу, вы только посмотрите. Дерево. Обмотанное бинтом. Кровавым бинтом. Умеют разработчики сделать реально криповатые вещи. Чё-то у вас тут до хрена собачки. Опа! Кстати, собаки себя очень странно ведут, если честно. Так, а куда я смотрю? А, на тебя. Собачки почему-то не атакуют меня сразу, а просто ходят себе вокруг. Они начинают агриться только когда я их задеваю или подхожу вплотную, да? Так, что у нас здесь? Просто тропинка? Да ладно. Жуть какая-то. Твою мать, это еще что такое? Тут кто-то есть? Ты смотри, у меня есть опасная клюшка. Что? Мне кажется, или корень похож на руку? Рука торчит из земли. А, черт! Слава богу, это всего лишь корень. Да. Я тоже на время задержал дыхание, как-то не по себе стало. Жуть. Так, что у нас здесь? А, опять эти странные надписи. И что? Я пришел, нашел дырку. Слишком темно. Опа. Еще одна клюшка. Круто. Круто, круто. Так. Ну, собственно, все. Мы в тупике. Да. Давайте по-быстренькому вернемся. Я хочу вещи скидать обратно. Ну как обратно?
в этот ящик лишние. Так, что можно скинуть? Значит, наверное, пока аптечку, пока у меня ран нету. Жетоны. Не знаю, зачем мне шоколадное молоко. Ладно. И табличку, наверное, пока сбросим здесь. Бутылка. Ладно, пока тоже оставим это дело. И клюшку тоже оставим. И трубу оставим. У меня все-таки есть могучая клюшка для гольфа, да? Все? Я налегке. Давайте... А, нет. Давайте все-таки посмотрим что-нибудь. Может, поменялось, нет? А, это ты. Это я уж на секунду испугался. Чувак, я здесь. Соседушка напротив, постучи или взломай лучше дверь. Да. Ты правильно думаешь, что что-то не так. Бро, давай. Не уходи. Бро. Твою мать, это безнадежно. Кстати, здесь, по-моему, что-то поменялось. Вроде бы раньше было наверху, то есть в верхнем ряде, больше отпечатков ладони, чем в нижнем, да? Ну, вроде бы. А теперь появилась новая ладонь. Она даже по цвету отличается, смотрите, более свежая, более красная. Хрен его знает, что это значит. Может быть, это, например, количество моих посещений дырки? Хрен его знает. Ладно, давайте возвращаться тогда. Так. Ну мы теперь налегке. Все будет просто круто. Только пока я не знаю, что нам здесь нужно найти. Потому что... А, кстати, да. Давайте возьмем. Ага. Потому что, например, в метро мы сразу встретили Синтию. И возвращались туда, чтобы ее спасти. А здесь-то что делать? Твою мать, хватит рычать. Так, возможно, что-то я пропустил. Хотя, конечно, есть у нас еще один проход, который мы не посмотрели. Давайте... Опа! Привет, твою мать! Что-то у вас тут до хрена. А-а-а! Да дайте мне наступить-то! Отвали! Вот отлично! Ну все, сейчас вы получите. Да твою мать! Да отвали, отвали, отпусти меня, проклятая псина! Она, кстати, цветом отличается от других. Может быть, она... А, да, она отличается, потому что она грызет меня. А не как... Она как-то слишком хитро себя ведет. Ладно, пошла ты в жопу. Ай, это реактивная псина. Твою мать. Да твою ж мать. Да. Сдохни. Нехило меня здесь покуцали. Я же собак убивал. Какого хрена они появились снова? Ничего не понимаю. Так. Что-то мне не нравится вот это вот кровавое пятно. Обойду-ка я его лучше. Так, хорошо. Опа. Что это? А, это ты. Только не ты, твою мать. Только не ты. Слишком темно.
Ну, допустим. И что все это значит? А, можно зайти сюда? Это кто такой? Ребенок? Эй, little boy, what are you doing here? Опа. Finally, the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big is gonna happen. Finally, it's gonna happen. И под шумок мелкий сиганул отсюда. И правильно сделал. Это какой-то псих. Этот заика здесь. А где он? И что это был за мальчик? Твою мать, вообще какое-то кладбище. Здесь вырыта могила. На крышке гроба написаны цифры. 11121. Так, обычный могильный камень, да? Ничего интересного здесь нет. Угу, понятно. Значит, исследовать камни не стоит. Табличку эту я, наверное, тоже прочитать не могу. Ага. По другую сторону ограды какой-то обрыв. Дальше пройти не получится. Так, я прошел отсюда, да? Давайте, вот дверька какая-то есть. Кстати, на двери символ. Символ сохранения из третьей части, да? Заперто. Твою мать. И что? И зачем я сюда пришел? Я же ничего не нашел. А, наверное, стоит догнать этого пацана. По идее, да? Давайте. Так, где он? Кстати, заика тоже пропал, наверное, да? А, кстати, смотрите, заика-то ушел. А, нет, вот он. Я хотел сказать, что там же камень был, да? Помните? Камушек, который он охранял. То есть, по идее, теперь камень без охраны, его можно обследовать. Допустим. И что? Чувак. Да ладно. Что он тебе дал? А, ты хочешь отдать это мне? А что ты хочешь взамен, чувак? А. Душу за воду, да? Готов продать. Шоколад? О, кстати, чувак, у меня же есть с собой как раз, как по волшебству, баночка шоколадного, что это там, молоко шоколадное вроде бы, да? Давайте попробуем. Чувак, держи. Да, вкуснятинка, да? Oh, man, that was awesome. Да, это же я. Here, take this. Что? Ты издеваешься? Я обменял настоящий вкусный, мать вашу, шоколад на какую-то лопатку? Или совок? А, совок, да? С кровавой надписью. Допустим. Кровью написано, да? Напротив места, где встречаются озеро и дом, в руке, держащийся за землю. Так, рука за землю. Так, понятно.
Но у меня единственное предположение – это та рука, помните? Где, типа, из земли торчала рука, которая была корнем. Вот такие вот дела, да? По идее. Хорошо, давайте тогда по-быстренькому домой сгоняем и сохранимся. Потому что, видимо, еще нужно искать этот ключ, а время у нас тем временем подходит к концу серии. Поэтому, дорогие друзья, давайте. Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам понравилось. Это был Silent Hill 4, и это третья серия наших эпичных приключений. Так, сейчас мы сохранимся, а я тем временем вам предложу поставить пальчик вверх обязательно и позвать друзей на канал, потому что вместе будет веселее, а также подписаться на паблик ВКонтакте. Всем пока, до новых встреч и увидимся в новом видео. Вообще, всегда мечтал прогуляться по лесу. Блять, вы это видите? Твою мать, смотрите! Какого хрена? Это же Слендер, твою мать, Слендер! Слендер стоит и палит меня на этом холме. Жесть! Жесть! Ха-ха! Лендер, ты же мне не причинишь вреда? Тихо, тихо, давайте не выпускать этого...